Запорожскому авиационному колледжу 80 лет. Это единственное в Украине высшее учебное заведение первого-второго уровня аккредитации, которое готовит специалистов для авиационной промышленности. Главная задача – готовить специалистов и не отставать от прогресса, говорят в авиаколледже. Создавался как кузница кадров Моторсечи, он и сегодня – первая ступень авиапрома. Год выпуская 400 младших специалистов, трудоустраиваются все. Спрос превышает предложение. В основном мы ориентируемся на базовые предприятия города. Это Моторсеч, Прогресс и, соответственно, и предприятия, которые других отраслей машиностроения. Искра, Коммунар и частные предприятия, фирмы. Колледж готовит специалистов в области инженерной механики, компьютерной инженерии и экономики предприятий. Уровень образования фундаментальный. Дальше можно продолжить обучение в одном из университетов аэрокосмического комплекса. Учеба в колледже сделала, в принципе, из нас людей, потому что это как бы переходной шаг между школой и институтом, университетом. На предприятиях, куда приходят выпускники, уровнем подготовки довольны. Над созданием учебно-производственной базы колледжа трудились все. Большой вклад сделан главным потребителем специалистов – АО «Моторсеч». Большая роль тех специалистов, которые подготовлены здесь, в этом месте, в том, что наше предприятие сегодня работает нормально, стабильно и с уверенностью смотрит будущее. Мы всегда помогали и будем помогать колледжу. Решать стратегические задания возможно только при помощи передовых интеллектуальных и технологических достижений, уверены в колледже. Обещают высокий уровень подготовки держать и дальше.